Бурную дискуссию вызвало предложение господина Воробьева, руководителя фракции «Единая Россия», рассмотреть специальное заявление Государственной Думы, как они его назвали, о поддержке конституционного строя, политической стабильности и развития демократии в стране. К сожалению, этот проект, который вносит «Единая Россия», они сразу же написали, что вносит господин Воробьев, Зюганов, Жириновский, Миронов. Хотя, как легко можно догадаться, я об этом узнал на этом заседании Госдумы. Я высказал свою точку зрения, что это некорректно. Даже проекты, заявления, постановления должны вноситься, если есть какие-то авторы, то есть они должны быть как минимум уведомлены быть и согласны с этим, а не так, как здесь без меня меня женили. Ну и, конечно, когда я заглянул в текст, наряду с очень правильными вещами, против которых никто не спорит и которые можно принять, когда здесь начинают давать какие-то оценки тем событиям, которые проходили, допустим, на Болотной площади и так далее, я считаю, что это, во-первых, у меня другая точка зрения, и поэтому поработаем, может быть, на какой-то согласованный текст заявления и выйдем, потому что я вам зачитаю абзац, против которого, я думаю, никто не будет возражать. Парламентские партии, подавляющее большинство общественных объединений российских граждан, едины в стремлении сохранить и укрепить российскую государственность. Едины, хотим сохранить. Законность и правопорядок. Никто не возражает. Взаимодействие власти и общества. Очень хорошо. Обновить демократические институты с целью обеспечить эффективное взаимодействие власти и общества. Замечательно. Честные выборы. Двумя руками за. Борьба с коррупцией. Двумя руками за. Учет интересов различных социальных групп. Ну, как говорится, дай бог всем здоровья, сказать, все хорошо. Значит, ну, а другие части, цитировать их не буду. Там, где появляются вопросы, я думаю, что в таком виде заявления наша фракция, которая предлагается сегодня «Единой России», не поддержит. А вот такие совершенно очевидные вещи они поддержат. Вот там возникает вопрос, а в чем смысл заявления? Ну, с другой стороны, почему бы в условиях, когда идут митинги, разные точки зрения, лишний раз сказать о том, что мы за нашу территориальную целостность, за сохранение государственного строя, за честные выборы, за противодействие коррупции, можно и сказать. Поэтому я думаю, что сегодня в течение дня будет жаркое обсуждение. Посмотрим, будет ли какое-то согласованное заявление завтра вынесено или не будет никакого.